проигрыватель виниловых пластинок Sony. Модель носит название PSX-75. Это высшая в линейке Sony серии PSX. На данный момент я считаю, что это хорошая вертушка из бытовых, тяжеленькая, вес у нее 13 килограмм. Значит, есть у нее мануальчик вот в комплекте, значит, здесь написано, что она 13 килограмм, 480, 165 на 420. Приятно листать такие бумажки. Вот, ну, про нее могу сказать только одно. Хорошие слова и скажу даже стихами. Не мои. Я до такого еще не дорос и, не, наверное, никогда в жизни не дорасту. Значит, конечно, он говорил не про тетю Соню, но все, что сказал он, я думаю, можно отнести и к этой чудодейственной вертушечке. Значит, все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б сердце ни питал ты сокровенное мечтание, но, встретив с ней, смущенный ты, вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно перед богиней красоты. Но можете меня пробить, кто это писал, я не скажу, хотя у него первые буковки АС. Значит, ну что тут? Все, что Sony достигла за свое, ну, в бытовых, скажем так, проигрывателях, она сюда влупила. Значит, все там 65-й, 65-й, 70-й, это 75-я, высшая линеечка. Значит, также вот они тут написали биотрейсер, мессер, тут все дела, тут, ну, как говорится, вот, что они тут пишут, что он полностью full автоматик. Я с ними немножко поспорю, хоть я и не японский инженер, но ее можно запускать в ручном режиме. Потом я вам покажу, как это делается. Вот эта кнопочка будет молчать, а будем работать вот этими. Антискейтинг у нее удобненький, вынеси на правую сторону. Значит, что? Оснащаться будет вот такой головой. Она у нас не конус, а эллипс. Хорошенькая. Значит, новый шелл, абсолютно новая игла. Значит, вот такой вот понижающий трансформатор в комплекте. Как всегда скажу, такая аппаратура стоит недешево, поэтому, пожалуйста, если хотите отказаться, минус это, минус то. Ну, как полагается. Значит, что здесь? Все здесь, как говорится, в шоколаде, крышечки, тут все полагается. Без трещин и сколов. Все в порядке, все шильды, мыльды, все на месте. Петли родные. Даже шнур у нас, фонокабель с позолотой. Стоковый. Ну, все, давайте, как говорится, будем ее пытать. Значит, у ней, что она держит, как говорится, пресс хорошо. И 30, и 45, и 90. Все, как говорится, нормально. Крышечка держит хорошо. Окислов минимум, практически нет вообще. Диск шикарный. Ну, тут масенькие такие, ну ничего страшного. Передняя морда вообще в идеале. Все в ней в одеяле. Значит, ну что, это я уже снял, потому что трудно снимать одной рукой. Значит, вот выводим зацепление, вот эту штучку. Включаем кнопочку включения Power. Значит, как всегда, проверяем старт. Вот этот сторожок бдит, не дает неопытным пользователям ставить пластинку, вернее, не пластинку, а тонарм на слипмат, чтобы не вырвать. Вот эта вот штучка называется вот алмазик на кантиливере. Значит, все, поставила пластинку, теперь он ее прощупает и сразу улупит нам музон. О, чудодейственная тетя Соня. Фирменная технология птицы X-Trock Quartz.
для пущей важности влуплю вот такую приблуду, называемый клэмп. Какой пресс у нее хороший. Рожок бдит. Есть рэпид, резкое без завывания. Там, наверное, подняли. Пустили. Правый канал. Стерео, левый канал. Для тяжелых тонаров есть приблуда вот такая. Дополнительный грузик ставится вот сюда. Ну, давайте проверим через рэпид. Опять у нас ветер в Санкт-Петербурге. Ой, Илон Маск, прям Илон Маск, 100%. Вот, повтор. Функция супер востребованная. С кем не встречаюсь, с кем не говорю, всем нравится. Мне лично вот эта лабуда вообще не нужна. Но опускать все равно кнопочку надо нажимать.
покажу, как она работает в ручном режиме. Японские инженеры врут. Можно ей управлять в ручном режиме. Вот эта кнопка, мотор on off, она всю дорогу стояла. Теперь что мы делаем? Мы поднимаем тонаром. Ну, допустим, вот сюда поставим ее. Значит, запускаем мотор. Вот вам ручное управление. И опускаем. Проверить, как через кнопку стоп она возвращается, потом в конце трека без репита. И на этом закончим. Все, чик, мягонько, чпок, хорошо. Значит, ну, старт ручной я показал. В автомате его запустим. Тетя Соня молодец. Да, еще сам Илон Маск не родился. А уже такие вещи япошки делали на островах. Молодцы, преклоняясь перед ними. Прям уважуха к ним полнейшая. Естественно, аппарат прямой привод. Direct Drive, так называемый. Он как отрабатывает. Оп, как у него ракетка. Чик. И как у позорника Рогозина. Ладненько, вот на этом все. Аппарат чудный. Советую к приобретению.